школе! Ура! Я Дорохова Аня. Я Соловьёва Валя. Мы ученицы 11 класса школы номер 8. Мы победители регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по физической культуре. Почему вы решили участвовать в этой олимпиаде? Наш учитель физкультуры рассказал нам о преимуществах этой олимпиады и предложил попробовать свои силы. Мы успешно прошли школьный и муниципальный этап и стали победителями регионального. Как проходила олимпиада? Олимпиада проходила в 3 этапа. Теория, спортивные игры, которые включали в себя флорбол и баскетбол, и гимнастика, состоящая из вольного упражнения. Высокая ли была конкуренция? Да, конечно, как и на других олимпиадах, было много умных и талантливых ребят, но благодаря упорству и стремлению к победе нам удалось показать высокий уровень подготовки.